сегодня. Мы эту идею вынашивали очень давно, думали, как сделать так, чтобы восстановить эту историческую ценность, наш символ нашего города, Красные Ворота, и сделать так, чтобы вот ворота, по крайней мере, некоторые фрагменты приобрели вид исторической давности. В первую очередь мы начали и задумались, как восстановить медальон. Нашлись наши местные жители, которые именно занимаются промышленным способом, то есть у них есть производство по созданию кованых изделий. Значит, это Алексей Новиков, у него есть свое производство в Пушкинском районе. И он, как местный житель, откликнулся на наше предложение. И вот та идея, которую мы вынашивали, она воплотилась в жизнь. Сегодня мы устанавливаем медальон. Это первый этап восстановления Красных Ворот. Дальше мы с ним договорились, есть понимание, что мы будем делать створки ворот. Это потребует также дополнительных сил и средств. Хочу сразу подчеркнуть, что все это делается за счет средств небюджетных, то есть за счет спонсорских средств. И бюджетных денег мы на это дело не тратим. Создание и установка ворот, она потребует довольно большого комплекса мероприятий, связанных в первую очередь с перекрытием движения через Красные Ворота. Это создание новой схемы организации движения в этом секторе, плюс благоустройство возле Красных Ворот, что, на наш взгляд, позволит сегодня, наверное, когда мы это все сделаем, это позволит действительно подходить к нашему символу городскому, фотографироваться. Может быть, молодые семьи будут здесь после заключения брака запечатлеть себя на добрую память. И, может быть, как мы предполагаем, повесит замок своего семейного счастья на эти Красные Ворота. Ну, по крайней мере, такие мысли есть у нас. Надеюсь, что они материализуются. Я думаю, что мы все это сделаем. Меня зовут Новиков Алексей. Тут, значит, вот, с подачи архитекторов нашего города, кто работал здесь, Надежда Сергеевна Лена, жители, наверное, которые подали вот идею восстановления вот такого исторического медальона, исторического вензеля, так сказать, вот, родилась от них идея. Ну, как мы познакомились с нашего приходского священника отца Артемия с ними. В общем, вот возникла идея так вот восстановить этот медальон. Они нашли, наверное, с помощью жителей города какие-то старые фотографии, к сожалению, их оказалось очень-очень мало, ограниченное количество. И по этим фотографиям был установлен рисунок вот этого медальона. Потом наши художники проработали его, конструктор прорисовал все эти детали. Ну, в общем-то, вот таким вот образом этот медальон был восстановлен. Ну, участие в этом восстановлении этого медальона мы принимали, в общем-то, две фирмы, в которых я работаю. Одна – это наша городская фирма «Надежда Сервис». Это она явилась спонсором вот этого медальона. А вторая фирма, это, в которой тоже вот я работаю, это ЗАО «Стимстрой», который профессионально занимается изготовлением металлических конструкций. Вот ребята там на славу потрудились, вот, в общем-то, и изготовили вот это изделие. Ну, сейчас происходит монтаж этого изделия. Вот. Дабы не разрушать вот эту конструкцию, то, что есть вот, в кирпичах, потому что я понимаю, что сама эта арка 1878 года была построена в 1878 году. Нашли какие-то старые закладные, вот к этим старым закладным вот решили, в общем-то, привязать вот эту конструкцию. Хотелось бы всех поблагодарить, кто принимал хоть какое-то участие, вот, и жителей города, и всех, кто хоть как-то соприкасался с восстановлением вот этого вот медальона, всех поблагодарить, конечно, огромное спасибо. Ну и надеюсь, что это бы понравится жителям нашего города. Ну а в планах дальше вот восстановить еще ворота здесь. Тоже вот, если там видите, закладные, ну, тоже старые закладные, вот к ним сейчас вот начинает тоже конструктора потихоньку прорабатывать этот материал. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время
полгода сможем сделать эти ворота. Спасибо. Спасибо.